Как конструктор, в общем. Аккумулятор надо. Надо брать, ну, несколько штук соберем. В общем, 11 таких. И вот здесь вот, значит, я разложу у нас Siemens. Вот такой. M75, помню, у меня был такой. Вон джойстик у него прикольный. Семен. Крышка задняя есть даже, в принципе. По корпусу в нормальном состоянии. Это уже, значит, А50, А60. Во! Тоже был такой А60, помню. Только такой серенький был. Он, по-моему, уже цветной идет, шел краном. С75, С75 две штучки. Ну, что-то повырвано все. Этот тоже без, короче, без аккумуляторов и задних крышек. Вот. Так, это прям ретро уже. Такие вот. Siemens M35, S35. А это кто-то. Тоже Siemens. Неизвестно какой. Так, вот Nokia, кстати. N95. О, это вообще раньше топовая моделька была. Так. Финская. Финляндия. Так, это у нас уже Motorola пошла, какой-то Razer. Дальше аккумулятором сдутый. Надо его будет вытащить. Ну, тут точно не к месту. Ну и моторолка такая побитая. Ну, у них всегда так оставались следы эти на экранах. Клавиатура нормальная. Скорее всего, трупак. Вот так. Вот еще Motorola S650. Это тушка. Так, тут вообще неизвестный. Так, Nokia N72 получается. Да, вот такая. Не знаю, расчет работоспособности. Не похоже. Моторолка вот такая еще есть, замызганная. Alcatel даже. Что-то у него какая-то кнопка. Что это, экран? Ой, экран, антенна. Что за кнопка такая? Понятно. Нажимается. Alcatel. Прикольный. Так, вот Nokia тоже, повидавшие виды, затертые клавиши, сколько им пользовались, что с ним делали, чистили что-то. Вот, и вот этот вот прикольный телефончик, такой махонький, Panasonic, ну, наверное, со спичный коробок, чуть больше, прям крохотулька вообще, прикольный. Даже клавиатура русской нету тут. Раскладки. Япония. У тебя по-русски написано. Вот. Так что вот такой вот Panasonic. Так, в общем, по всем подсчетам получилось 28 телефонов. Вот. С этой попробую что-то повосстанавливать. Эти, наверное, скорее всего, на мушноки еще посмотрю. Пойдут. Хотя ладно, какие-то некоторые приличные. Надо попробовать их на запуск к бачку подсоединить. Вот, и может быть что-то у нас заведется. Вот, но ориентировочно минимально это где-то будет с каждого рублей 300-400 по продажам. Это прям минималка. Вот, если установятся, эти хорошо можно продать, а эти просто пойдут на запчасти и под восстановление. Я на канале уже публиковал подобные статьи и видео, где рассказывал, как я это все продаю. Вот, подаю на Алиэкспрессе поштучно. Вот они идут с указанием, да, что на разбор или на запчасти там под восстановление. Вот, ну вот это, может, конечно, вряд ли кто купит. Слишком уж у него плачевное состояние. Ну, я думаю, его заменит какой-нибудь другой, потому что подаю я их вот 600 рублей, плюс площадка забирает где-то 250-300. Вот некоторые модели будут дороже продаваться, соответственно, надо будет посмотреть по предложениям, какие есть, да, и состоянием и тому подобного. Вот, в общем, примерно так. В общем, из 2000 получу неизвестно сколько. На Авито эти телефоны продавать невыгодно, потому что там по их правилам сейчас нельзя выставлять по одному, ну, сразу в одном объявлении, да, список телефонов. Нужно по каждой модели отдельное объявление, это дорого. Вот, в общем, продаю на Алиэкспрессе. Может, что-то в каких-то площадках попробовать. Вот. Ну, опять же, нормально, в принципе. Наверное, что-то получится отсюда вытащить. Вот.
Надеюсь, еще что-то установить. Тогда ценники будут совсем другие. Уже не какие-то там 300-1000, да, рублей с телефона, а уже будет что-то более-менее интереснее. Можно и за 2 что-то продать. И выше.